Сергей Михалков. Две подруги. Басня. Читает Александр Водяной. «Красиво ты живешь, любезная сестрица», — сказала завистью в гостях у крысы мышь. «На чем ты ешь и пьешь? На чем сидишь? Куда ни глянешь, все из-за границы». «Ах, если б, душенька, ты знала», — со вздохом крыса отвечала, — «я вечно что-нибудь ищу. Я день-деньской в бегах за заграничным. Все наше кажется мне серым и обычным. Я лишь заморское к себе в нору тащу. Вот волосы с турецкого дивана, а вот лоскуток персидского ковра, а этот нежный пух достали мне вчера. Он африканский, он от пеликана». «А что ты ешь?» — спросила крысу мышь. «Есть то, что мы едим, тебе ведь не пристало». «Ах, душенька!» — ей крыса отвечала. «Тут на меня ничем не угодишь. Вот разве только хлеб я ем и сало». «Мы знаем, есть еще семейки, где наши хают и бронят, где с умилением глядят на заграничные наклейки, а сало русское едят». 1946 год.